Всем привет! Меня зовут Ольга, вы на моем канале. Сегодня я хочу рассказать немножко о монстере Альба, которую я обрезала, потому что она мне дала вот такие вот, гнала зеленые листы. Значит, первое хочу сказать, вот у меня два отростка с Альбой. Вот, растут. Видите, какие получаются? Здесь пятнистый, здесь совсем белый. Но тут смотрю, наверное, я подзалила немножко. От кончик начал чернеть. Надо будет понаблюдать за ней. И вот листочек идет дальше. Он, скорее всего, сейчас я его... Наверное, он не будет такой белый. Он получится вот. Видите, идет. Не будет вот такой. Будет, скорее всего, такой пятнистый. Вторая тоже растет у меня, монстерка. Вот ее два листа, каких у меня красивых идет. Вот. Но они, правда, какие-то подвытянутые, не круглые. Может, света мало. Но они стоят у меня без подсветки. Нет места, в общем, для них на стеллаже с подсветкой. Так, сейчас я их поставлю на пол и покажу вам. Вот, на пол. Они у меня стоят. Дальше. Теперь вернемся именно к такому же отростку, вот как я показывала. Еще одна альба у меня была, которая пошла в зелень. Вот. Был лист. Видите, как, ну, плохо сейчас стоит, неустойчивая. Полубелый, полузеленый. А потом, ну, вот они, два красивых зеленых листа. Вот так вот. Обрезала я их. И они у меня месяц стояли, укоренялись сфагнумами. Вот. Видите, какая корневая. Буду пересаживать. Для чего оставила эту альбу? Вот падает она у меня. Падает. Чтобы посмотреть, действительно ли она больше никогда не станет варигатной. Потому что во многих интернет-источниках, которых я читала, если альба уходит в зелень, все, она не возвращается. Больше в варигатность. Ну вот, красивый зеленый лист выпустила. Один, второй. Но опять же, здесь у меня, видите, наполовину он зеленый, наполовину белый. Но там не будет видно сейчас пока. В общем, полностью ствол зеленый. То есть белого там нет. Дальше отрезала ее... Ну, отсюда, в общем, с этого растения, это верхушка у меня получается зеленая. Значит, что здесь? Здесь единственное, что она сделала, тоже, кстати, у меня теплички стоят. Вот два листа, которые новые она не выпускала за этот месяц. Но вот появился корешок. Сейчас покажу. Вот он новый, который ушел в землю. Это вот единственное, что здесь я пока вижу. Вот так вот. Деток никаких, ничего, новых отростков она не дает. Вот стоит у меня. Будем смотреть. Очень хочется, чтобы, конечно... Но здесь много белых вот полосок. Сейчас покажу. Вот видите. Как бы, ну, по идее, ну, да, должна белые листы. Ну, варигатные давать. Дальше. Еще у меня был кусочек маленький. Когда я отрезала эту зеленую верхушку, я решила отрезать маленький отросточек. Вот он. Он совсем маленький тут, в общем. Вот. Там много зеленого, но и варигатная есть. Вот. И что он мне дал? Видите? Проснулась эта почка. Не знаю, как она правильно называется. В общем, будет давать лист. Какого цвета он будет, я пока не знаю. Но вот она проснулась. И тоже недавно только наращивала корни. Вот они. Тут много корней буду пересаживать. Вот. Видите? Очень много корней, я так думаю. На следующий ролик будет о пересадке. Я там буду растения пересаживать. И как раз две монстерки эти посажу в грунт. Потому что здесь тоже верхушка. Это, конечно, видите, сколько корешков дала. Но ее, я же говорю, сохранила чисто для эксперимента. Действительно, посмотреть, только зеленые листы будут. Или все-таки есть надежда, что, может быть, проскочит варигатные и будет дальше давать варигатные листы. Не знаю. Ну, а здесь вот просыпается почечка.
Посмотрим насчет нее. Интересно. Тут, видите, эта сторона у меня зеленая вся. А это сейчас. Вот, варигатная идет. Это варигатный стволик. Ну, я говорю, совсем маленький тут такой отросточек. Вот. Ну, один лист. Получается, я обрезала. Вот здесь вот один лист был. Вот. Ну, корни хорошие дала. И вот проснулась. Ну, будем смотреть. Вот так вот. Ну, в любом случае, я себе и планировала оставить всего две монстеры, вот эти вот две, вырастить их большими, посадить в один большой горшок, и чтобы они переплетались, то есть была такая прям очень-очень большая монстера. Ну, расти будет она долго, потому что альба, она вообще долго растет. Ну, тем не менее, вот эти вот два кустика, они хорошо идут, вот эти же очень красивые листы. Разделяться будет еще не скоро. Я, наверное, думаю, вообще через год только начнет. Но там посмотрим, может, как-то пойдет в рост получше. Вот. Вот так вот. А это, ну, это такое как бы. Больше, наверное, эксперимент. Ждем, что здесь будет. Проснуться ли почки. Но, ну, я не знаю, она, наверное, может, если проснуться, вот здесь вот. Тут-то какая-то есть выпуклость. Вон она, видите? Сейчас поверну. Это же еще неудобно. Сейчас. Вот. Вот что-то, мне кажется. Мне кажется, что-то пойдет. Но будет смешно, если это будет варигатная, где середина ствола я обрезала. А здесь пойдут зеленые листы. Это будет что-то нечто, конечно. А здесь, ну, здесь очень хороший, здоровый зеленый лист появился. В общем, вот так вот. Дальше буду рассказывать, покажу, как обстоят дела. Потом покажу, какой листик у меня получился из этой вот почечки. В общем, как-то так. Но зато все укоренилось. Я боялась, что может не укорениться. Нет, абсолютно, я смотрю, хорошая корневая. Даже готовы уже к пересадке. Вот так вот. Спасибо большое за просмотр. Всем пока-пока.